Добрый день, дорогие друзья! Это прямой эфир РБК «Петербург» и проект «Ретрограду нет. Архитектура Петербурга». Проект поддерживается коммуникационным агентством «Свобода Групп». Читайте, подписывайте, все материалы дискуссии будут доступны на сайте в соцсетях. Вот уже больше 2 лет мы здесь обсуждаем архитектуру, развитие, проблемы, вызовы, решения, самое главное. Я Роман Красимов, традиционно модератор этого разговора. Наша тема сегодня – видовой Петербург, с чем мы войдем в 22 век. Вот так, неожиданно, наперекор планированию, знаете, 10-минутному, в котором, как некоторые утверждают, мы живем, мы хотим посмотреть прямо в послезавтра. Но на самом деле это ведь очень важная дискуссия о том, как мы работаем в городе, как мы проектируем, что мы создаем сегодня и что появится здесь завтра. Мне кажется, есть некоторый парадокс. Я его обозначу в самом начале. Исторический центр Петербурга, который все мы так любим, по разным оценкам, сегодня в районе 17% территории города. И есть те силуэты, которые знает весь мир, которые любят, которые становятся точкой притяжения. Понятно, это Петропавловка, Стрелка Васильевского острова, Дворцовая набережная. Я могу, наверное, еще несколько точек назвать, но узкий круг здесь у нас получается. Вопрос, что у нас происходит на остальной территории города? Как нам работать с новыми, таким, я бы сказал, культурно-эстетическими пространствами, чтобы они таковыми становились? Но да, у нас, например, появился новый ансамбль Лахта-центра, стадиона ЗСД. И сегодня это такая даже, я бы сказал, локация, которую люди едут специально посмотреть. Вопрос. Гигантские пространства города, в том числе и те, которые находятся у воды, и те пространства, где есть довольно большие площади под застройку. Как сделать так, чтобы там появились тоже новые точки притяжения. И кто-то бы сказал, Петербург теперь невозможен без вот этого вида, например, не знаю, на Октябрьской набережной, на Намыве или где-то еще. Вот об этом будем говорить, и я представлю сейчас участников уже с нами здесь в эфире. Андрей Михайлович Антонов, начальник отдела государственного контроля и надзора Министерства культуры. Добрый день. Добрый день, коллеги. Я обращаю внимание не Министерство культуры, а Управление Минкультуры, ладно? Северо-западного да, управления. Да, спасибо. Спасибо. Значит, также с нами руководитель архитектуры Б2 Феликс Буянов. Феликс, рад видеть. Добрый день, Роман, добрый день, коллеги. И совершенно очевидно, из Петербурга к нам присоединяется Юрий Молотковец, художник-фотограф Государственного Эрмитажа, куратор телеграм-аккаунта «Эрмитаж Дейли». Вот уж, Юрий, я радуюсь, что вы сегодня с нами, человек, который столько эти виды запечатлевает. И нам очень хочется, чтобы вы об этом как раз порассуждали такими, знаете, глазами профессионала, но не от стройки, а от визуального. Культура. Приветствую вас. Добрый день, друзья. Чуть позже с нами на связи будет также Эдуард Тектинский, президент группы RBI, и Семен Михайловский, ректор Санкт-Петербургской академии художеств имени Репина. Ну что, начнем. Я хочу сначала просто услышать, а вот на ваш взгляд сегодня, какие еще пространства точно должны войти в некоторый обязательный набор? Пожалуйста. Юрий, давайте с вас начнем. Что давайте. Видно с крыши Эрмитажа и не только? С крыши Эрмитажа 22,5 метра видно все.
Вот. И все, что хорошее мы построили, и, к сожалению, все, что не очень. Но так, если серьезно, я бы, конечно, ратовал за то, что, вот знаете, у меня есть такой друг Владимир Шинкарев, великий русский писатель и художник, который когда-то написал такую статью про Петербург. И там было вот эти все новостройки, которые на тот момент мне не казались такими восхитительными, которые построены в 70-е, 80-е, там, даже 90-е годы. Он назвал такой белой строгой рамой Петербурга. И вот теперь я действительно с ним соглашусь, что и в этой белой раме, конечно же, все, что находится внутри, важно, чтобы это все сохранялось и восхищало нас. И я даже в этой раме еще вижу такую красную рамку. Это рамка нашей промышленной архитектуры конца 19-го, начала 20 века, которую тоже надо сохранять, которая как раз сейчас находится в таком, мне кажется, очень критическом таком пограничном состоянии, потому что где-то ее сохраняют, а где-то она рушится, как там красный треугольник, просто больно проезжать и смотреть на это. А напротив, например, там обводный центр, обводный канал, или обводный, ну, по-моему, название бизнес-центр, обводный канал, как бы он как раз расцветает, наполняется новым содержанием, это все прекрасно. Поэтому вот мне, как сказать, одна из таких болей, это, конечно же, промышленная архитектура, как я уже сказал, конца 19-го, начала 20 века, это красная такая рама, кирпичная, которую надо сохранять и наполнять, конечно же, новым содержанием. Хороший образ. Слушай, Юрий, спасибо, он мне нравится. Тут действительно вопрос, как с этим быть. Может быть, кому-то будет обидно, что это является только рамой, но что-то есть в таком подходе. Так, Андрей Михайлович, на сегодняшний день ваш взгляд. Ну, первое, что я хотел бы сказать, что очень жалко, что отсутствует на нашем сегодняшнем общении комитет по охране памятников, то есть геолог наш любимый и уважаемый. Потому что, как вы хорошо знаете, особенно исторический центр в полном объеме, государственный надзор и контроль за его сохранением осуществляет комитет по соответствии с полномочиями, которому предоставило правительство Российской Федерации. Ну нет, так нет. Я хотел бы просто обратить внимание всех участников на два основополагающих документа, которые сегодня есть, которые действуют и обеспечивают функционирование и, самое главное, сохранение исторического облика в Санкт-Петербурге, в его историческом центре и в пригородах. Я просто хотел бы напомнить коллегам, да, это закон Санкт-Петербурга, принятый 24.12.2008 году о границах объединенных зон охраны объектов культурного наследия, расположенных на территории Санкт-Петербурга, режимах использования земель и требованиях к градостроительным регламентам в границах указанных зон. Это так называемый 820-7 закон. Все, да, думают, что кто к этому имеет отношение, градостроители прежде всего, очень хорошо его знают. И последний документ, учитывая, что Санкт-Петербург стал историческим поселением федерального значения, это приказ Министерства культуры от 30.10.2020 года, номер 1295, который утвердил предмет охраны исторического поселения, границы территории и требования к градостным регламентам в границах территории исторического поселения федерального значения Санкт-Петербург. Причем, когда мы обсуждаем с вами, вот тут тема очень интересная сегодня, видовой Петербург, то как раз именно приказ 1295 и защищает прежде всего исторические виды, облики, панорамы и так далее. Поэтому, если кто-то, что называется, еще не имел возможности с ним познакомиться, там не просто описание, но там фотофиксация прямо сделана, какие виды и панорамы Санкт-Петербурга подлежат государственной охране. Поэтому, когда появляются такие проекты, как Монблан в районе гостиницы Санкт-Петербург или еще что-либо, которое нарушает так называемую небесную линию, да, конечно, на мой взгляд, для градостроительной деятельности в Петербурге это отрицательный пример. Поэтому вот эти два нормативных документа Санкт-Петербурга и федерального уровня, прежде всего осуществляется, исходя из презумпции сохранности объектов, выявленных объектов культурного наследия, исторических зданий, а также ценных элементов планировочной и ландшафтно-композиционной структуры. Поэтому, когда Управление Министерства культуры по Северо-Западному федеральному округу в рамках своих полномочий и точно так же Комитет по охране памятников наш ГИОП осуществляет государственный надзор в части сохранения объектов культурного наследия и ландшафтно-композиционной структуры,
то прежде всего руководствуется этими двумя документами. Ну, соответственно, 73-й ФЗ, да, 73-й закон об охране культуры наследия. Поэтому, вот на мой взгляд, хотелось бы, чтобы понимание развития Санкт-Петербурга очень четко и качественно учитывало вот эти два нормативных документа. Наверное, вот такое для вступления. Спасибо. Спасибо. Да, Андрей Михайлович, понятно. Так, тем временем я вижу Эдуард Тихтинский с нами тоже. Эдуард, приветствую. Напомню, Эдуард, президент группы RBI. Что нам важно? Традиционно уже не один десяток лет вы строите в центре Санкт-Петербурга. А мы сегодня озадачены тем, что у нас происходит с видовыми, скажем так, историями. Есть ведь некоторый ограниченный круг, к которому мы привыкли. А будет ли у нас то, что мы сможем оставить потомкам, чтобы они сказали: смотрите, ребята и в 21-м строили что-то интересное и достойное. Но я сейчас еще провожу такой блиц стартовый. Кто готов назвать какие-то виды, которые вам кажутся на сегодняшний день самые важные для Петербурга? И если вы можете назвать что-то за пределами Петропавловки, Стрелки Васильевского, Дворцовой набережной, Троицкого моста, Летнего сада, каких-то привычных вот этих точек, то будет здорово. Давайте так, сейчас Феликс Буянов, вам слово, а потом Эдуард. Спасибо, Роман. Ну вот только что мы слышали о строгих нормативах, строгих нормах, строгих законах, которые охраняют исторические виды Санкт-Петербурга. Вот. Хотелось бы, конечно, чтобы кроме строгих законов, я скажу, может быть, крамолу, мы все-таки иногда и руководствовались и здравым смыслом, поскольку сейчас вот в объятии этих чрезвычайно строгих законов центр города пребывает все-таки в состоянии, так скажем, не соответствующем статусу нашего любимого города. И в частности, иногда и благодаря этим самым строгим законам. Потому что инвесторам совершенно невыгодно вкладываться в историческую недвижимость. Вот. И не только инвесторам. Вот меня, например, сейчас очень, так скажем, напрягает вид генерального штаба на Дворцовой площади. Знаете, когда с Дворцового моста съезжаешь, там уже, по-моему, лет 6 карниз замечательный, россиевский, закрыт зеленой сеткой. Вот. Я не знаю, сейчас Министерству обороны принадлежит это здание или нет, но я, так сказать, понятно, так скажем, и проблемы, которыми сейчас страна занята. Но вряд ли, если бы это здание стояло, понимаете, где-нибудь на Новом Арбате, вот, вряд ли бы оно имело такой вид. Вот. А когда он стоит на Дворцовой площади, столицы Российской империи, почему-то считает, причем на протяжении 6 лет, вот считается это нормальным. Построили замечательный музей интерактивной России «Моя история». Вдали от центра города, да, при этом пустует до сих пор и продолжает разрушаться конюшенное ведомство, да, вот ломают голову, чем бы его насытить. А представляете, как замечательно, это был бы один из лучших исторических музеев страны, если бы в свое время догадались разместить вот эту экспозицию в этом месте. Вот. И, в общем-то, не счесть числа примеров. Фасады очень плохо ремонтируют. Я не говорю реставрируются, это же просто ремонтируются. Вот. Это такая ахиллесова пята, я считаю, нашего охранного законодательства и городского бюджетирования. Вот. Потому что на самом деле от застройщиков, ну, сейчас такой угрозы, как в 90-е, конце 90-х, да, или в 2000-е годы, такой угрозы не исходит. Сейчас, в принципе, все люди, которые строят, развивают наш город, они, в общем-то, поняли, что если будет разрушаться историческая среда, то, собственно говоря, и дивиденды их будут снижаться. Вот. И такого варварства, как Монблан, сейчас невозможно представить. Вот. Сейчас совершенно другое. Сейчас нужно обеспечить приток инвестиций
в историческую недвижимость. Причем это невероятно болезненная тема. Вот. Потому что даже государственные заслуженные такие гиганты, как, например, Мариинский театр, сталкиваются с огромными проблемами при реконструкции, да, практически при капитальном ремонте достаточно простых жилых домов, вот, для своих нужд. Что уж говорить, так сказать, о других институциях, у которых нет телефона Владимира Владимировича, да, и которые не способны подключить административный ресурс. Вот. Мне очень понравилось образное сравнение Юрия Молотковца о центре города, о сером поясе, который у нас в основном красно-кирпичный, действительно, вот, и о том самом белом багете, да, багете в смысле не французской булки, да, а окружение. Вот, так вот, вот эта рама белая, она сейчас уже имеет масштаб, действительно, многократно превосходящий, собственно, историческую перспективу, историческую застройку. Вот, и, конечно, пришла пора, в общем-то, ну, эту раму делать более изящной, делать, ну, в общем-то, в известной степени самоценной, как и, в общем, часто у хорошей картины есть, часто хорошей картине, в общем, соответствует хорошая рама. Спасибо. Вот. Поэтому основные сейчас проблемы, конечно, я вижу в формировании облика вот этих сложившихся вчера или складывающихся сегодня новых районов, в котором чрезвычайно не хватает акцентов, доминант, не хватает точек притяжения. Вот. То есть вот эта самая рама, она, наверное, как мне представляется, должна перестать быть просто соединительной тканью. И все-таки, наверное, не должна быть только таким робким, скромным, или, вернее, так скажем, максимально незаметным фоном для исторической застройки центра. Вот. Это, в общем, самоценная среда, в которой живет большинство горожан. И большинство горожан, в общем-то, мне кажется, имеет право надеяться на существование в современной, привлекательной и конкурентоспособной среде. Спасибо. Феликс, спасибо. Не знаю, на что они могут надеяться, сейчас поймем. Я, кстати, вижу тем временем и Семен Михайловский к нам присоединился. Семен Ильич, добрый день. Вот, не слышно. Так, да, вот теперь... Да, здравствуйте. Слышно? Да, слышно, слышно. Семен Михайловский, ректор Академии художеств имени Репина. Рады вас приветствовать. Я сейчас к Эдуарду. Эдуард, слушайте, а я просто хочу понять, а может ли у девелопера сегодня вообще начать формироваться этот взгляд? Вот сейчас у вас, так сказать, не так давно вы открыли ваш Левашовский хлебозавод, и это была задача формирования некоторого ансамбля. Но чаще все-таки девелопер сегодня, когда работает в центре города, это какой-то достаточно точечный проект. Вообще вы себе так задачу ставите, чтобы создать нечто видовое, претендующее на особую точку притяжения? Давайте, я хотел бы прокомментировать то, что коллеги сказали. Вот первое, строгие законы есть. Вот это некий постулат, который очень важно донести, в том числе до общественности, потому что когда возникает вот эта скандальная ситуация, да, когда возникает вокруг того или иного проекта такая, как бы я бы сказал, буря в стакане воды, когда небольшое количество так называемых градозащитников способны проект практически загубить, то так не должно работать. То есть есть строгие законы, и, собственно, не надо бояться шума. И администрации города не надо бояться шума. Есть судебные органы, есть Министерство культуры, комитет по охране памятников. И надо опираться на профессиональное мнение здесь. Это первое. А второй вопрос очень... Я согласен с тем, что сказал Феликс насчет эффективности законодательства. То есть эффективность законодательства, она же очень просто проверяется. То есть есть у нас сколько там...
13-14 тысяч исторических объектов, да, часть из них объекты культурного наследия. Мы просто смотрим, этот анализ так до сих пор и не был сделан, то есть насколько велика угроза обрушения памятников, обрушения тех исторических объектов, которые долгое время никто не реконструировал, и за счет каких средств предполагается их реконструировать. Потому что очевидно, что мы воссоздаем, реконструируем максимум десятки объектов в год, а на фоне тысяч, которые так и не дожидаются в своей очереди, ну, легко спрогнозировать, что с этим произойдет. Мы точно не можем сказать, произойдет это через 5 лет или через 10, но где-то точка невозврата будет пройдена совсем, и потом эту ситуацию уже будет не удержать. И если такие проекты, как конюшенное ведомство, стоят без возможности найти какую-то экономическую схему, то дальше у нас возникает такой вопрос. Либо мы способны с бюджетом, как бы собирать деньги из бюджета, и в каком объеме мы способны. И остальные проекты, как мы собираемся находить такие решения, которые будут, с одной стороны, приемлемы с точки зрения Питера, с точки зрения города, который там охраняется ЮНЕСКО, с точки зрения того, как мы себе видим наш город, и с точки зрения тех угроз, которые мы, очевидно, недооцениваем в действиях. То есть мы про них можем говорить, но в действиях ничего не делается, мы недооцениваем. Теперь то, что касается наследия этого века, ну, во-первых, я хочу сказать, что не обязательно что-то должно быть высокое, это раз. И если там меня спросите про центр города, то непосредственно в центре города уместна такая контекстная архитектура. То есть не надо создавать объекты, которые бы... Ну, наверное, это очень большой вызов. Хотя мы знаем исторически, что и Дом книги, и Спас на Крови – это были объекты, которые вызывали большое неприятие у горожан, современников, тех, кто строил эти объекты. Мы помним, как Николай там Черерик сказал, да, о том, что если бы вот Спас на Крови снесли, то и большевики, то вот было бы это хорошо. То есть вот поэтому... Это всегда сложная история восприятия современниками каких-то инновационных объектов. Но давайте скажем, что контекстная архитектура. А вот то, что касается, например, правого берега Невы, вот очень жаль мне лично, например, что вот появился объект очень интересный, вполне имеющий право на жизнь, офис Банка Санкт-Петербург, и теперь объекты такой высотности по закону в этом месте уже построить нельзя. Я считаю, что, конечно, тот небоскреб, который построил «Газпром», там уместно появление 2-3 еще объектов, потому что один объект, конечно, смотрится немножко так одиноко, что ли. Вот, поэтому, Роман, ответил ли на твой вопрос или нет? Да, в общем, да. Я, может быть, чуть позже, Эдуард, когда вернемся к теме денег, что нас сдерживает? Я тоже спрошу, вот до какой степени это вопрос финансовый, а до какой степени это какая-то фантазия, талант и возможности территории. Но вот этот вид набережной Невы в районе Большого Охтинского моста, я соглашусь. Давайте сейчас я подключу Семена. Семен Ильич. Ну вот на сегодняшний день мы просто вначале называли какие-то уже всем привычные точки притяжения и виды. А что мешает появлению новых? Это финансы, фантазия, опыт, точечный принцип застройки или что-то еще? Ну вы имеете в виду, что новые какие-то объекты, да? Новые объекты такие знаковые. Ну, архитектура же время отражает, понимаете? Ну, это такая банальная истина. И вот все эти здания, которые ужасные, построены были в 90-е годы, которые, ну, значительно испортили такой, какой видовой Петербург, да, вы его так называете, или во всяком случае. Да. Они были созданы в свое время, в то время, когда люди вот считали, что это хорошо. Девелоперы не были такими еще образованными, как вот сейчас господин Тектинский, а были...
такие диковатые люди. Вот они так делали. Архитекторы не были еще, не обрели такой опыт. Они на городе тренировались. Вот, то есть для них была такая площадка для занятий. Вот, они делали такие здания. Вот теперь мы с этим живем. Вот, вот это оставил нам в конец 20 века такую архитектуру, ужасную у нас, по сути. Вот тогда не было как бы регулирования такой застройки, не было законов, не было, очень сильная была вот коррупция, то есть это все можно было решить очень быстро и очень в кабинетах определенных. Вот эти вещи все, вот они стоят, вот они, значит, рассказывают нам об этом времени. Сейчас архитекторы стали более как бы, ну, цивилизованными, более так строят, получше проектируют, строители получше строят, девелоперы уже задумались о каких-то вещах, потому что продавать это невозможно. Просто. Это вообще поселить туда людей мучение, а уж продавать это невозможно. При всем понимая, что какое разнообразие у нас в обществе вообще так представление об архитектуре, о жилье и вообще обо всем. А что нас ждет, вот непонятно, то есть у нас же нет какой-то концепции такой цельной. То есть развитие там, ну, я не знаю, архитектуры там или что-то еще. То есть мы же так как-то нет видения просто. Вот и все. И когда нет видения, что мы можем обсуждать? Должны быть современные здания в центре города. Ну, по регламенту вроде и нет. Там ограничения есть по высоте, по характеру. Это не пройдет там через вот советы градостроительные и так далее, и так далее. А может это быть? Ну, наверное, для этого должна быть проявлена какая-то воля, даже если это нам не нравится. То есть кто-то должен сказать, каким он хочет видеть этот город, да, и как, по каким принципам он должен существовать, и какая вообще, в какой парадигме вообще, что происходит. То есть это же должно как-то быть выражено где-то. То есть мы создаем такой комфортный европейский город, сомневаюсь, ну, по всему, ну, потому что происходит. Или мы создаем такую столицу империи новой, это тоже понятно. То есть мы что, это город, в котором там активно развивается бизнес, мы создаем для него особые условия в Петербурге. Да вроде как не очень. То есть какие-то должны быть установки. Вот исходя из этих установок, он как бы будет, ну, установки не всегда там определяет, но в целом же какая-то ясность. А у нас полная неясность, мне кажется, в отношении архитектуры, потому что здесь, ну, должно быть чувство, какое-то понимание ее. И вообще мы обсуждаем все, видовой Петербург, как там с воды, вот плыву по воде, что вижу. А кто-нибудь задумывается, вот есть фасады, а есть вот улицы парадные и вот эти вот ужасные лестницы. Ну, это же вообще кошмар. Ты вот зайди куда-нибудь на лестницу, и вот эта масляной краской зеленой, вот все это покрашено, оторваны перила, железная дверь у тебя, ты открываешь железная дверь, тын-тын-тын, и дальше как в консервную банку ты входишь. И дальше что? А мы тут обсуждаем, вот как сохранить, вот как это все. Ну, слушай, ну это же как бы все вместе должно быть. Когда люди начнут думать, у них появятся возможности, во-первых. Я стал думать, почему вот эта вот среда такая. Может, возможности нету, действительно, ни у города, ни у людей и так далее. Они живут как вот и привыкли к этому жить. Вот они привыкли вот так. А когда появятся какие-то другие там идеи, представления и так далее, девелоперы, они чем занимаются? Не надо же тут иллюзии, они деньгами занимаются. Ну, для них максимальная прибыль. Сейчас они стали как бы больше вкладывать в проектирование, задумываются над этим и так далее. Это нормально, но на них же нельзя эту ответственность полностью переложить, чтобы только они об этом и думали как-то. Или как-то и с ними встретиться, я не знаю, как раньше это было. Ну, руководство встречалось, вот сажали людей и говорили, вот ты будешь делать это, ты будешь это. Нам это жутко не нравилось в свое время. Мне тоже ужасно не нравилось, когда там Лужков сажался и говорил, ты будешь это, ты будешь это, ты будешь нести эту ответственность, и так далее. Но это тоже один из способов. Вот посадить так за стол и сказать, что ты будешь нести это. И люди-то, они же нормальные, они скажут, окей, нормально. Ну, ты нам это, а мы вот это. Ну, как это договариваться, должна же быть. Это же не просто так, а их нагибать и говорить, это ваша ответственность. Они же должны тоже соизмерять свои силы. И люди тут нормальные. Вот с ними обсуждать и давать им какие-то определенные преимущества или, во всяком случае, их слышать и как бы честно потом соблюдать правила или принятые, или вообще отвечать за слова. Извините, вот такое выражение. Это тоже важно, потому что сейчас же этого нету. Сейчас говорят одно, потом раз, потом поменялась ситуация, мы уже по-другому думаем, да что мы там вчера кому-то обещали, говорили. Ну, сам понимаешь, такое время и так далее. Вот этот какой-то вот, ну, этот диалог должен быть установлен, какие-то цели, задачи должны быть выявлены, и какое-то видение должно быть это вот этого города. Что это за город такой? Вот как-то его не описать,
Вот в том, что это город Достоевского, там, ой, сколько раз мы это слышали, вот, город в фасадах изнанки, там, мистический, призрачный, конфликтный и так далее, и так далее. А описать, какой он должен быть, как бы, ну, это же могут. Слушайте, ну, что кто-то это скажет, мы же вы все время про ансамбли, там, я читал эти ваши вопросы, ансамбли, ансамбли, Господи, Царица Небесная, ансамбли там, или как-то сохраним контекст, еще что-то, ну, все это хорошо, но вот, а в практическом плане, я простой гражданин, в практическом плане, это о чем вы говорите? Контекстные. Может быть, контекстные, чудовищные контекстные. Чудовищные. У нас строили в 90-е годы как будто бы контекстные. А в результате получалось и не то, и не сё. Это получалось гораздо хуже. То есть я сам такой приверженец, мне кажется, нужно все встраивать, вот среду там, чтобы все и так далее. Но это компрометировало. Многие вещи компрометировали эту среду, этот город. Хотя строилось вроде бы там в ордерной системе, ну как бы в общем-то с оглядкой с какой-то. А на самом деле это была жуткая компрометация. Что с этим всем делать? Извините. Если что не так. Так, нет, слушайте, есть и исторический экскурс, и так честно вы описали туман, который то ли в Смольном, то ли в целом в городе, да, такой большой туман, мы не понимаем, что мы делаем, куда мы идем. Хорошо, ну, давайте... Ром, это, Ром, дорогой, так это главный вопрос, понимаешь, скажите мне прямо, то есть это не должно быть здесь, чтобы мы догадывались, о чем идет речь. Вот у нас, к сожалению, в обществе сейчас такое... что вы сами понимаете, и куда-то еще глаза наверх поднимают. А что, что? Ну, скажите, объясните. Мы да. же... Нет, нет, слушайте, а я скажу прямо. Вот давайте поймем, например, Феликс сегодня, когда стал говорить про этот карниз главного штаба, он говорит, ну, в Москве бы такого не было, ну, не могло бы быть. Значит, точно это про деньги, значит, это точно про инвестиции. Но я просто хочу еще понять, а можем мы в Петербурге получить, ну, например, еще одну набережную, которая станет такой, что студент товарищу скажет, старик, вот туда мы должны с тобой съездить, вот это точно, так сказать, новая там точка притяжения. Или, предположим, какая-то новая площадь, потому что мы же даже когда говорим про общественные пространства, это, как правило, что-то внутри. Вот откуда должна такая инициатива родиться и как нам вот эти другие деньги здесь получить? Так, я, слушайте, неожиданно, я про инициативу Юрия Молотковца, а про деньги, например, Эдуарда. Вот представляет ли Эдуард себе историю, что его позовут в Смольный и скажут, Эдуард, сделайте нам новую площадь хорошую, вот вы же вроде бы как-то умеете строить с RBI, а можно такую вот, чтобы не просто дом, а площадь? Но сначала, Юрий, кто зачинатель? То я... специалист в этих, так скажем, юридических делах, когда можно, что я понимаю, как... Так, Юрий, может... звук? Так, есть у меня звук, да? Ага, да, слышим. Вы думаете, что я специалист по таким юридически общественным проектам, что можно, понимаю, как проявляется инициатива? Да. Ну, я в этом не уверен, как бы, но, в принципе, я... понимаю, что инициатива может идти, конечно же, наверное, с разных сторон. Это может быть сама власть, да, городская, может что-то предлагать и, соответственно, подбирать экспертов, устраивать мозговые штурмы и приходить к каким-то решениям. Но это обязательно нужно, конечно, с участием профессионалов. Есть мой звук, да? Я слышно меня? Да, хорошо. Вот, это раз. Конечно же, я думаю, что какие-то общественные организации могут, как Союз архитекторов или те же архитектурные бюро, вот, или девелоперы могут выходить с какими-то прекрасными инициативами, если они видят в этом смысл. Вот. Но понятно, что мне кажется, что такой город, как Петербург, да и вообще любой город требует... мне кажется, жесточайшей регламентации вот в своем внешнем виде. И вот то, что Семен говорил, это абсолютно правильно, что проблема не только наших прекрасных там видовых набережных, проблема и подъездов. Да, и да, некоторыми задержками, но... И проблема в том числе и наших фасадов, наших домов. Вот я как фотограф могу сказать, что все прекрасные наши дома,
петербургский, петербургского центра, да, исторического центра, изуродованы стеклопакетами разного цвета, разного рисунка, с какими-то еще там бывают зеркальными стеклами. И это просто ужасно, потому что проблема в том, что эти фасады изуродовали не какие-то пришельцы и не власть, а именно сами жильцы этих домов. Потому что каждый по своему бюджету или по своему представлению о красоте и гармонии вставил эти стеклопакеты. И теперь, как сказать, вот, я как фотограф, снимая наши какие-то прекрасные исторические центры, каждый раз натыкаюсь, что эти фасады выглядят просто как будто только что прошла бомбежка. И это печально. Поэтому, конечно, город нуждается в регламентации. Вроде бы вот мы говорим о том, что есть жесткие законы. Ну, да, наверное, они есть. И, конечно же, ну, вот, сказать, каждый проект должен проходить еще, наверное, какую-то экспертизу. Но главное, чтобы экспертиза была не просто какая-то общественная такая, знаете, типа проголосовали, а именно экспертиза реальных специалистов. Без них никуда. Спасибо, спасибо. Слушайте, сейчас я все-таки хочу... Что-то со звуком у меня, например. Ну да, и у меня тоже. Так. Не слышно ничего. Так, не слышно меня. Сейчас слышно. Сейчас слышно. Сейчас слышно. Слышно, хорошо. Все, работает. Хорошо. Спасибо, Юрий, это тоже взгляд очень справедливый. Андрей Михайлович, а вот то, что сейчас звучит, хорошо, есть какое-то, ну, такое непонимание процессов и ценностей с разных сторон, а вы понимаете, что есть гигантский дефицит денег? Вот то, о чем говорил сегодня уже и Эдуард, и Феликс. Ну, просто без денег мы так и будем сидеть, окруженные этими законами и регламентами, а все будет потихоньку рассыпаться. Вот смотрите, вот сейчас очень, очень правильно сказан был аргумент, в частности, например, в отношении оконных проемов, да, дверных проемов на объектах культурного наследия. Это же делают конкретно граждане. То есть те, которые проживают там, у которых действительно свое собственное видение на восприятие эстетической среды. Ну и, конечно, в пределах тех денег, которые они имеют. Вот поэтому получается, что фасады искажаются, получается непонятно во что. Я более скажу, даже и город сегодня этим помогает. Например, совершенно недавно мы разбирали ситуацию на Невского и Большой Простой, где на углу одного из домов просто виноградник, видеокамер вешен, виноградник. 10 камер сразу висит. Сейчас комитет по охране памятников наш ГИОП разбирается с этой ситуацией. Если внимательно посмотреть по Невскому проспекту, это почти везде так происходит. Хорошо, но Андрей Михайлович, давайте сейчас не будем проводить. Я с этим примеры привел отношений, не только граждан, но и организации, которые работают в проекте, да, и осуществляют какую-то функцию. Второй момент. Действительно, в городе они имеют энное количество собственников. То есть основной объем, конечно, в собственности города находится. Есть непосредственно банки, которые находятся в пользовании учреждения культуры, образования, да, федеральная собственность, да, и поэтому здесь очень сложно сказать, вот город должен выделить деньги. Город отвечает за свою составляющую, да, федеральные структуры за свою составляющую, за свои памятники отвечают, и в этом есть какая-то неопределенность с точки зрения общего облика. Если у федеральных структур, у федеральных министерств нет денег на сохранение памятников, то и памятники разрушаются. Мы это видим очень много. В том числе, как было сегодня сказано, на объекте Министерства культуры, у Министерства обороны, генеральный штаб, карниз, здание Западного военного округа. Поверьте, мы 4 года боремся, ну, может так, в кавычках, конечно, и требуем от Министерства обороны завершить реставрацию фасадов полностью, в том числе, которые сегодня, если они по кольцу, если вы видели, реставрацию провели, то почему-то по части Дворцовой площади, выходящей на Невский проспект с поворотом, эта реставрация не сделана. Но есть у нас уже понимание, есть информация, что Министерство обороны дало указание денег выделить и реставрацию завершить. И мы надеемся, что в ближайшее время эта работа начнется и завершится. Поэтому диссонирующая зеленая сетка, конечно, это, ну, я с вами полностью согласен, это, конечно, для Петербурга это безобразие. Я с вами полностью согласен, и мы вас полностью поддерживаем.
А вот что касается глобального финансирования на вот сохранение исторического облика, я еще раз повторюсь, к сожалению, это в том числе и проблема межведомственного финансирования в зависимости от пользователя, собственника и арендатора и так далее. Хорошо, Андрей Михайлович, ну вы понимаете же то, что без частных денег мы все равно ничего здесь не сделаем. Вот я уже говорил, что очень плохо, что отсутствуют здесь городские структуры, прежде всего ГИОП и хотя бы орган, который отвечает за распоряжение имуществом, как он сейчас там называется, комитет имущественных отношений, ГИО, да, называется? Вот очень плохо, если бы они бы давали информацию, как они сегодня разрабатывают программу, есть ли программа в городе, как в Москве, квадратный метр 1 рубль для памятников. Ведь может так, вы правильно сказали, может так и долго с ней, как собака на сене. Одно будет разрушаться, а они будут удовлетворяться этим. Самое главное, что рыночную стоимость. Я с вами полностью согласен. Я сейчас хочу... Давайте тогда возьмем один конкретный пример. Феликс, вот звучала уже набережная Невы в районе Большеохтинского моста, да, где стоит этот голый мыс с котлованом фактически. При этом должен появиться новый проект компании «Газпромнефть», совсем невысотный, кстати сказать. Вот такая история с частными деньгами может создать нам новую точку притяжения? Ну, у нас уже есть, в общем-то, положительный пример. Это меня не все здесь поддержат, но это Лахта-центр. И сейчас, когда наконец открылась общественная набережная у Лахта-центра, которая стала мгновенно центром притяжения сотен и вообще тысяч жителей города, я просто туда заезжал трижды. И чем позже после открытия этой набережной, тем больше там людей. То есть там действительно интересно проводить время. Может быть, не целый день, но час-полтора. Люди с удовольствием там проводят, потому что там отлично благоустроенная набережная, достаточно изобретательно сделанное благоустройство. И, в общем-то, все ждут открытия внутренности Лахта-центра, обещанное открытие, да, что-то от нас... «Газпром» все это скрывает, что они там сделали внутри, но надеюсь, что все-таки это в ближайшее время состоится. Вот. Поэтому я надеюсь, что на Охтинском мысу, в общем-то, будет соответствующий уровень все того же благоустройства выполнен. Вот. Но вопрос вызывает, конечно, баланс, так скажем, застроенной и незастроенной части. Насколько много там будет зелени, тут надо внимательно этот проект рассматривать. С другой стороны, ну, застройщик, инвестор в данном случае, да, в общем-то, посчитал, что на меньшее он не согласен. А город, так скажем, ну, в общем, город, я бы так сказал, согласился, да, потому что, ну, столько лет пустует это свято место, вот, и, ну, на мой взгляд, все-таки аморально оставлять его вот в том виде еще несколько лет или десятилетий, в том виде, в котором он пребывает сейчас. Вот. Я, так скажем, небольшой фанат вот этого проекта, который сейчас будет осуществляться на Охтинском мысу. Вот. Но я считаю, тем не менее, что, в общем, тут скорее это явление для города положительное, чем отрицательное. И, наконец, вот эта территория приведена была в совершенно безобразное состояние. Еще в советское время, вспомним там вот этот Петрозавод, это конгломерат зданий таких достаточно второсортной архитектуры, хотя там и знаменитые имена привлекались, но вот не всегда знаменитые имена могут создать, в общем-то, что-то. Ну, смотрите, Феликс, там сейчас должна появиться территория и парковая, и общественного пространства, поэтому... Ну, на мой взгляд, там недостаточно, так скажем, площадь парковой территории, вот, могла бы быть несколько побольше. Но спасибо и на том, что она вообще есть, и что там есть и общественное пространство, вот. Хотелось бы просто, чтобы это
стройка, если она начнется, чтобы она не затягивалась на те же самые 10 и более лет, вот, чтобы ну, горожане все-таки успели, горожане, так скажем, старшего возраста, успели увидеть то, что там задумано, вот, уже в доступном благоустроенном виде. Спасибо. Спасибо. Эдуард, слушайте, я хочу тогда перейти все-таки к такому формату. А вот вы видите себе ситуацию, при которой вас там зовут в Смольный, а может быть, вы сами приходите. Вы выступаете с инициативой сделать какое-то пространство чуть большего масштаба. В том числе оно будет отвечать вот, собственно, тому прекрасному образу, о котором мы ведем речь, да, чтобы вы сказали, смотрите, вот будет здесь новая площадь для города, появится иная набережная, появится что-то еще, ну вот принципиально такое знаковое. Но ясно, что вы не способны будете это сделать самостоятельно, потому что эта работа где-то будет с территории города, с прилегающими объектами. Это все равно такая заявка на некоторый ансамбль. Слушайте, ну, тоже пару комментариев. Я согласен с тем, что сказал Семен. Дело же не в стилизации как таковой, хотя это важная посылка. Просто проекты бывают хорошие, архитектура бывает хорошая и плохая. Поэтому мы там обожглись уже на молоке в конце 90-х, начало 2000-х. Просто это время прошло, и маятник качнулся принципиально в другой позиции сейчас находится, и с точки зрения жесткости законодательства, с точки зрения зрелости архитекторов и девелоперов, то есть это так, и при этом все равно центр, как бы контекстное, при этом хорошее, то есть это одно. Значит, что сдерживает, деньги или фантазия? Я стою на позиции всегда, что деньги являются вторичными, понимаете? Ну, это в моем представлении... Давно так, то есть должно быть видение и воля, а вот видения и воли нет. Для того, чтобы что-то ремонтировать, нужна какая-то программа, да? Нужна какая-то, нужно там, я много раз про это говорил, аудит состояния города, да, то есть сколько памятников, как быстро разрушаются, целевая позиция. Даже я не в ту сторону, какой у нас город там, кого там, Достоевского, Раскольникова или Имперский, или еще какой-то. Дело даже не в этом. Тут же есть консенсус, что то, что памятники разрушаются, это ну, критически плохо. Вот поэтому я бы так ответил на вопрос Семена, что это город, где памятники не разрушаются и не уничтожаются. Вот такой у нас город. И если об этом договориться, по-моему, об этом легко договориться, то дальше надо сказать, а каким темпом эти памятники должны восстанавливаться? Что для этого должно быть сделано? Какой анализ проведен, аудит этой истории? То есть какое законодательство, как законодательство должно работать в этой части? Да? И тогда уже следующий вопрос денег. Вот пример нашего Левашовского хлебозавода. Я думаю, что участники, наверное, все были на объекте. И это стало, это, ну, действительно событие, я считаю, российского масштаба. Приезжали москвичи, с учетом там с регионов, ребята, что с учетом требований ГИОПа очень жесткого, люди приходили, говорили, там, ну, московские, там, Капков приходил, руководитель департамента инвестиций и креативных индустрий Москвы, они говорили, что, ну, у нас бы, конечно, вот вашу эту творческую котельную, ее бы нарезали на этажи и все, а здесь ГИОП не позволяет, поэтому вот получилось таким образом. Но благодаря чему это стало возможным? Это стало возможно благодаря двум вещам, потому что была возможность строить новое строительство, причем по закону мы могли построить еще и больше, но вспомните, какой скандал был вокруг всего этого. При том, что по закону все это можно было сделать, какой скандал был вокруг этого? Это объект культурного наследия, это памятник блокады, поэтому давайте вокруг ничего не будем строить, пусть он разрушается, как разрушается. Вот это логика, понимаете? Можно искать объекты, где возможно и новое строительство тоже. Я считаю, что это один из элементов, один из источников возможности восстановления памятников. Не надо жестить, не надо делать требования более жесткие, чем есть по закону, ни при каких условиях, потому что законы скорее слишком жесткие в нынешних условиях, чем мягкие. Надо думать, где можно что-то отпустить. Вот.
И вот так постепенно, шаг за шагом, то есть нужна квалифицированная, очень такая прецензионная работа. Тут этими не закидаешь ничем, ни лозунгами, ничем. Потому что работать нужно системно, постоянно, много лет выстраивать систему в части восстановления памятников. Этого не делается. Вот и все. Ну а то, что Юрий сказал, я с этим полностью согласен, по фасадам, по всему, но это же вопрос жесткости законов, которые компенсируются необязательностью их исполнения. Ведь правила дорожного движения у нас люди соблюдают и хватают камеры милиционеров, чтобы за этим следить. Ну так у нас есть контрольные ведомства, пройдите по центральным улицам, выдайте предписания, какие-то резонансные события заставьте восстановить и так далее. То есть делайте что-то в этой части, просто выполняйте свои должностные обязанности. И, конечно, станет получше. И, конечно, станет получше. Но в целом я согласен, что возможен диалог. Ребята, а вот можете вот это сделать? Что вам нужно? Вот такой диалог на понял-понял. Но у нас страна такая. Как бы, это нормально. Вот, но это никого не интересует сейчас. Это просто никого не волнует. Когда раньше были такие ситуации, ну, о чем-то договаривались, здесь брались там и так далее. Сейчас задача и приоритет номер один городской, вот опять же комментируя то, что Семен сказал, это что были школы, детские сады и дороги, вот, и на это брошены все силы. Все остальное не находится в приоритете. Вот так, пожалуй, это работает. Ну и про красоту я хотел бы в завершении этого лота сказать. Если, опять же, посмотреть на Москву, посмотрите, как Москва благоустроена. Сказать, что там огромные деньги истрачены именно на благоустройство, ну, в какой-то степени да. С другой стороны, благоустройство не является во многих вопросах столь уж дорогим. Вот я приехал из Москвы и посмотрел на такую вещь, например, понятно, что там работали топовые консультанты, вот люди, которые разбираются, они понимают, как сделаны вот эти щиты объявления. То есть там же каждый уголочек, как он выстроен. То есть это очень высококлассная работа. Скамейки. Вот я еду по набережной в центре города, я вижу эти скамейки, которые в 70-х годах или в 60-х прошлого века, такие белые, покрашенные масляной краской, они стоят на набережной. Я думаю, блин, ну как же так? Неужели у нас нет денег на скамейки? Это же не вопрос денег. Это вопрос приоритетов, вкуса, фокуса внимания. Вот так. Да, тут сложно поспорить. Спасибо. Я хочу сказать, Эдуард, кстати, к характеристике времени. Но вот один из последних реализованных проектов, кстати, осени, да, замена освещения на Дворцовой набережной на Суворовском проспекте, и это сделано с помощью компании «Газпром». То есть нам там, даже чтобы вот такие вещи привести сейчас в порядок, понимаете, мы подключаем «Газпром». Прекрасно, хорошо, там теперь замечательный свет. Но вот у нас таков масштаб этого проектирования. Семен Ильич, я тогда хочу спросить, есть же совсем разный масштаб. Я не знаю, в свое время Заха Хадид сделала для Инсбрука там фуникулер, подниматься на лыжах, кататься, знаменитый, да, ну какие-то мелкие вещи. Но это такая жемчужина просто стала, и люди едут специально посмотреть на эти небольшие транспортные станции. А это маленький, но шедевр. У нас, например, выше по течению Невы, там, где... Ну, это уже за Вантовым мостом. Там сейчас строятся какие-то немыслимые проекты по 30 этажей, по 35. Но при этом, слушайте, на это смотреть без слез нельзя. А вот что мешает? Ну, во-первых, я хотел защитить скамейки. Эдуард все правильно сказал, согласен, вот на 100% действительно все, вот я тоже так думаю абсолютно. Кроме скамейки, вот видите, мы долго вот одинаково думаем, вот все хорошо. И вот в конце так. Думаю, какое прекрасное выступление. И тут по этим скамейкам. Ленинградский скамейки, диван. Слава богу, что они сохранились, и ничего, что там масляная краска, и чугунный, черный, вот эти вот боковины такие, какие-то ампирные, или вообще, черт знает что, эклектика такая. Но они скамейки, ну, привычные нам.
не в этих скамейках проблема. Все говорят, тут масляная краска, можно и красиво красной краской, могут быть скамейки замечательные. Вот эти скамейки, это как мое детство, и мне кажется, что они вот, ну ничего в них дурного нету. Потому что если бы какой-то современный дизайнер, креативный, вот я терпеть не могу это слово «креативный», вот вышел бы туда и создал бы современный какой-то объект, на котором было бы неудобно сидеть, там, ну ничего не было бы. Просто вот, так лучше пусть стоит эта скамейка и стоит. Хорошо, что ее сдвинуть трудно, вот она такая тяжеленная, что их сдвинуть трудно, их не уносит. А в остальном я совершенно согласен. Что касается вот этих домов, о которых рассказываешь, я не знаю, что это такое. Ну, это, ну, обычный, ну, взяли там какая-то компания, там, я не знаю, какая-то, взяли там большой кусок, и его там напичкали жильем, ну и что, зарабатывают люди деньги. А как они должны? Кто им тут? Есть ограничения, есть определенный регламент. Им удалось как бы это, ну, тем или другим способом добиться разрешения на строительство. Потом плотную там застройку сделать, тоже в рамках регламента. Ну, сделали, сделали, деньги заработали. Ну, честь им и хвала. То есть, ну что, а что от этого? А вы говорите, вот Заха Хадид там в Инсбруке, или что у нее там какая-то штука ранняя такая, кстати. Ну, заходи тоже, у нее заказчик был какой-то, нашелся чудак, который сказал, а мне нравится вот эта там девушка из Ирака, вот мне нравятся ее вот эти объекты. А у нее почти тогда ничего не было. Ну, что у нее тогда было-то? Она начинала свой творческий путь с конкурса на пик в Гонконге, и жюри там звонили ей, ему звонили и говорили, где мистер Хадид? Вот мистер Хадид, она говорит, это не мистер Хадид, это я женщина, а не мужчина. Они даже не знали, кто это. Вот ее нашли, ну, его нашли, или кого там нашли, автора проекта. И, значит, звонили, и вот она была никем. Вот из никого она стала, значит, там архитектором и так далее, и так далее. То есть это как-то... Они думают, кто архитектор. Фигура архитектора очень важна для города тут. Чтобы он был и профессионал, чтобы он был интеллектуал, чтобы он был просто приятный, обаятельный. Вот Феликс сидит, вот, ну доверишь же такому человеку с такой внешностью, как он так еще говорит. Это тоже важно. И вот фигура архитектора, она тоже важна. Вот смотрите, старые времена, да, в Ленинграде, например, вот, ну, в советском Ленинграде, это же все-таки была такая важная очень миссия, на самом деле. Эти люди, которые занимались городом, они очень были толковыми. Когда после военные годы они восстанавливали Ленинград. И они огромный вклад тогда внесли. И вот эти здания в таком неоклассическом стиле, они очень хорошо нарисованы в большинстве своем, с большим вкусом и с чувством. И они знали просто, в каком направлении работать. Они работали в этом направлении. Школа была хорошая, пропорции чувствовали, детали, элементы, изучали это все, чувствовали. И красиво рисовали город в послевоенные годы. И это соответствовало и времени, и настроениям, и городу, и все. Это было как бы очень органичные вещи, на самом деле, построенные в первые послевоенные годы. А говорить вот какой-то объект, ну, я тоже считаю, что можно было бы сейчас в городе поставить какой-то временный небольшой объект и привлечь внимание к профессии, к архитектуре. Но, ну нету пока, ну, как бы сил нету, идей нету, какого-то понимания нету. И да, да, так и есть. Ну, что нет людей, которые могли бы осуществить небольшую какую-то изящную, элегантную вещь, или какую-то мемориальную вещь, или какое-то, ну, что-то, что тронуло бы сердце. И как бы мы сказали, ох, как это человек чувствует, и все. Как бы нет рационального подхода, и с другой стороны, нет эмоционального. То есть это как бы вот такое вот странное время, вот не поймешь, что. Правильно Эдуард говорит, что в городе сейчас важно детские сады, школы, спортивные там, какие комплексы и так далее. Это правда, это все, это озвучено, это мы слышим. Когда я говорю, что нет концепции, есть, вот это важно. Но когда мы говорим о Петербурге, социальный момент, он важен, это, спору нет, социальный. Но как бы это же Петербург. Это правильно, что мы можем пропустить время и потом, или, например, сказать, нам нужно привести в порядок вот исторические здания. Давайте снимем часть ограничений, но приведем в порядок город. Потому что мы больше так не можем. И не бояться действительно тех, кто там в суды ходит, там шумит там и так далее. Это ребята такие, активисты, пусть они будут, хорошее дело. Они не дают нам дремать, да. Они пусть все время заряжают. Но это должно быть тоже в меру. Это не должно быть, чтобы мы как-то, ну, как-то зависели от этого. Потому что и тогда бы было. Вот мы должны спасти сейчас город,
Чтобы спасти город, мы должны провести какую-то вот работу, понять, что мы будем восстанавливать, какими способами, средства, возможности и так далее, и так далее. Написали концепцию, пригласили бизнес, договорились с ними, что вы делаете это, и все, и пошли, и выполнили свои перед ним обязательства. Многие будут участвовать в этом. Ну, хлебозавод, это же не очень бизнес на самом деле. Но это красивая, действительно элегантная вещь. Уж мне пофигу, что сказал Капков там, а вот то, что действительно эта вещь очень правильная и хорошая, и что там москвичи приехали. Мне важно, что мы видим, что это хорошо, это большая работа. И как мы должны сказать компании спасибо большое, как ты выделить им участок, чтобы они занимались дальше бизнесом. Ну что-то как-то откликнуться на это. Сказать, вот вы сделали, ребята, мы вам очень благодарны за это. И не то, что там орден, медаль или что-то, но пойти навстречу, сделать такую корпорацию каких-то социально ответственных девелоперов. А мы же знаем, как все происходит. Мы же не дети сидят, как это все происходит, как происходят участки и все прочее. И вот такая, как бы, если мы говорим о социальной ответственности, с ними нужно говорить так, что это вот вы делаете это, вы вписываетесь в эту программу вот с такими результатами, вам будут вот такие какие-то определенные преимущества. Ну да, скажут, ну как вы этим даете преимущество, а им нет. Ну слушайте, ну это же объективно все равно сегодня существует. Поэтому вот, вот этот диалог вот здесь, он может привести к хорошим результатам. Потому что без бизнеса власть просто вот, вот этим, что если их будут гнобить, они просто не будут этим заниматься и развиваться. Когда они увидят мотивацию, видят, их, не, их как бы правила не соблюдаются, ну что они? А сейчас такое время особенно. Сейчас такое время, когда, наоборот, нужно бизнес просить и как бы находить им общий язык и вообще подключать к каким-то историям. Благодарить, потому что ну, сейчас не то время, чтобы ставить им рогатки. Наоборот, нужно легкую сделать либерализацию какую-то, ну, в этой части хотя бы. Ну, не гнобить их. Ну, потому что что? С чем останется? Эти вот эти градозащитники. Какие ресурсы? Что? О чем мы говорим? Они занимаются благородным делом. Кстати. Благородно и правильно. Они очень много документов там находят и защищают памятники, искренне болеют. Но просто вопрос не в том, что как болеть, чем болеть и как долго. А вопрос просто в том, что, что в конце, какая цель, задача этого всего. Потому что мы же не сможем это восстанавливать. Восстанавливать все равно это будет бизнес. Бизнес будет заинтересован в определенном как бы для себя, ну, каком-то формате удобном для него. И так везде, а что? Это нормальная история. И я, то есть я в результате я подвожу итог, что я выступаю за диалог, вот власть с бизнесом и создание условий для его развития. Не потому что я заинтересован там или что-то, но я понимаю, что это невозможно. Мы все время сейчас говорим «Газпром». Правильно, действительно, «Газпром» много делает. Не только на набережной. На Петроградской стороне Большой проспект, двери они сделали. Они не очень об этом, кстати, говорят. Когда я сказал, Алексей Борисович, а вы сделали двери, он говорит, ну много еще другого, ну что двери. А мне кажется, это важно. Но действительно, тогда, если эта корпорация есть, значит, нужно ей сказать спасибо как-то. Ну, не просто так, ну да, конечно, ну да, молодцы. А как-то вот по-человечески. И как бы ну, понимать, что это пул людей, да, представителей бизнеса, которые радеют и у которых есть видение города и помощь определенная от этого. Вот ты с ними так разговариваешь, что... А не только накладывать обязательства. Вот эти обязательства, те еще обязательства, еще и на градсовет приходят там несчастные, как мальчики, да, для битья. И им там тоже дяди там рассказывают как-то, вот здесь нужно, а здесь вот уберите, а здесь как-то не очень, а здесь... Под... И как-то это, ну, вроде компетентные люди, профессиональные, но, во всяком случае, найти общий язык, работать вместе, мне кажется, это важно. Потому что не то время сейчас, чтобы швыряться там и все это. Ничего, потом уже пройдет время, потом мы там поймем, что хорошо, плохо там или как. Простите, да, это справедливо. Вот, Феликс, смотрите, только что Семен Ильич говорил, что даже проект двери, я вам скажу, та же набережная, которая была сделана для города «Газпромом», да, свет, это, кстати, делается не за налоги, это люди делают ну, из своего бюджета. То есть мы пришли к настолько сложному времени, что только такая крупная корпорация мастит, ремонтирует, делает что-то для города, тратя собственные средства здесь. Вот вы это ощущаете как архитектор, что с частными деньгами все сложнее, и вот только такими крупными силами что-то происходит?
Ну, конечно, это досадная вообще ситуация, что только такие, ну, гиперкорпорации, корпорации мирового уровня способны что-то сделать в нашем городе. Это абсолютно ненормальная ситуация. Вот. Но, как мы видим, даже усилий таких сверхкорпораций, одной сверхкорпорации, не хватает для того, чтобы такой город, как Петербург, там 5,5 там, или 6 миллионов человек, вот, с таким историческим бэкграундом, хотя бы выглядел нормально, выглядел достойно. Вот, поэтому, конечно, нужно думать о том, каким образом привлекать город, привлекать деньги в этот город, а не гнать их отсюда. Вообще, вот смотрите, наша дискуссия сегодня постоянно сводится к тому, как нам сохранить, вот, как бы что-то не потерять. Понимаете, вот все время складывается ощущение стойкое, что наш город живет исключительно прошлым. А ведь это прошлым город такого масштаба не может прожить. Понимаете, вот Венеция и та не может без Местро, без порта прожить, нефтяного там, металлургического и так далее. Вот. А что уж говорить о Петербурге. И я вот в свое время принял для себя решение стать архитектором, потому что я очень верил в будущее этого города, понимаете? Мне казалось, что у этого города, ну, совершенно невероятные перспективы, которые вот прямо, понимаете, в течение моей жизни, ну, уже достаточно продолжительной, вот эти перспективы постоянно сужаются. И, возможно, это вопрос не только нас, горожан, но это вопрос, наверное, всей страны. То есть должно ли быть вот это самое окно в Европу, значит, вот в нехорошую нынче Европу, да, значит, должно ли оно быть заколочено, вот, должно ли оно стать задней, говоря, нашей великой страны. Мне кажется, что ничего подобного, независимо от того, как вот сейчас, в этот скоротечный исторический период к нам относится Европа, Петербург должен быть витриной страны, понимаете? Вот, и должен как раз демонстрировать, в том числе и миру, преимущество нашего, так скажем, стиля жизни, наших возможностей, наших, вообще наших ресурсов. Вот. А мне кажется, что и в стране нет понимания, так сказать, о целях, так скажем, существования вот здесь такого города. Просто, ну, не знаю как кого, но просто Петербург как город-музей, например, ну, меня он здесь, меня не устраивает. Ну, это мое частное время, мне многие скажут, да, нет, совершенно не прав. Вот, но смею утверждать, что большинство горожан думает не так. Вот, уже потому, что большинство горожан живет в новом городе и хотело бы, чтобы новый город хоть как-то приближался по своим эстетическим параметрам к городу, вот тому историческому городу, который недостаточно хорошо финансируется, недостаточно ухожен, но все еще представляет из себя такой, пускай несколько потускневший бриллиант. Да? Мне кажется, что без нового развития этот бриллиант продолжит тускнеть. И, в общем, очень важна экономическая эффективность города. И видение его перспективы. Собственно говоря, с чего Семен Ильич начал сегодня разговор. Мне кажется, что вот эта тема вообще главнейшее, то есть понимание перспектив, возможностей и достижений. Но, понимаете, в этот момент тут нужно начать большую стратегическую сессию, знаете, такую с администрацией города, кто мы, где мы, куда мы шагаем, да, то, ну, то есть, понимаете, тут это серьезный разговор, хотя, я думаю, он очень справедлив. И действительно, за этими частными задачами социальными, когда мы пытаемся догнать гигантские объемы какого-то обычного жилья с социальной инфраструктурой, мы ничего такого впечатляющего и не создаем. Но я бы хотел сейчас, знаете, уже в финальном раунде... Маловато, но и масштаб не... Понимаете? Вот действительно, мы в результате... Ну, например, так получилось, что и Лахта со стадионом и с ЗСД – это прямо...
яркое новое пространство, ничего там рядом-то не стоит такого, это сегодня звучало уже, да, на Охте мы, наконец, можем это заполнить как-то по-другому, и это будет знаково. Тот же Левашовский хлебозавод для там петроградской страны, а нет ничего сопоставимого, чтобы появилось там в последние несколько лет. Ну, просто нет, и все. Другие проекты, они какие-то маленькие, частные. Я хочу дать такую возможность, только прошу буквально вот каждого минуты полторы-две, не больше. Вот какая одна новая инициатива для такого нового Петербурга, вам кажется, была бы прекрасной? Все, что хотите. Кто-то может сказать, что надо все-таки сделать парк на месте Тучкова-Буяна, который обещали. Кто-то может предложить что-то в новой локации. Кто-то скажет, что мы забываем индустриальный пояс. Это звучало в начале, Юрий Молотковец об этом говорил. Там огромный потенциал. Но я опасаюсь, что на месте всех этих предприятий будет просто появляться, ну, жилые проекты, массивы и все. Вот какой-то одна новая инициатива для такого будущего Петербурга, чтобы она нас впечатлила. Как ни странно, я сначала Андрея Михайловича попрошу высказаться, который скорее отвечает. Ну, пожалуйста. Во-первых, я сразу хотел бы добавить, я потомственный петербуржец, ленинградец, мои родственники здесь достаточно длительных поколений, поэтому я за город-музей. Поэтому, когда мы обсуждаем с кем-либо здесь, в нашем управлении, какие-то вопросы по сохранению памятников, я очень строг, вот как я, как должностное лицо, очень строг к этому. Что же касается какого-то нового наполнения, ну, мы хорошо знаем, есть стратегические проекты, прежде всего, из исторических центров и территорий, перемещения заводов крупных. Ну, мы хорошо знаем, что, даст Бог, скоро, наверное, появится конкретное решение по перемещению Балтийского завода, дальше Адмиралтейских верфей и Большой порт. Такая стратегия есть. Насколько она на сегодняшний день воплощается, разрабатывается, не знаю. Но мне кажется, там достаточно интересно может появиться большая территория с очень интересным развитием, где можно действительно сделать авторские, я обращаю внимание, на авторские работы современных художников. И оно не будет диссонировать с историческим центром города. Но когда сегодня, я повторюсь, может быть, в исторический центр вмешиваются вот такие, как Монблан проекты, то, на мой взгляд, это действительно серьезное искажение и нарушение вот этой красоты и гармонии, о которых говорил Семен Ильич. Ведь очень важно для этого города, который действительно сформировался в 18-19 веке, да, гармония. И если появляются локации, в которые внедряются современные архитекторы, они должны быть очень гармоничны по отношению к окружающей среде в историческом центре. Так, спасибо. Да, спасибо. Юрий, вашу инициативу для нового Петербурга. Так, микрофон. Друзья, слышно, да? Да. Я мысленно смотрел на наш город так с высоты птичьего полета и подумал, что и даже сегодня это очень немножко упоминалось, что там, где у нас сейчас Лахта-центр, я бы тоже ратовал за то, чтобы там было много-много небоскребов, прямо чтобы такой возник сити и огромный бизнес и какой-то там деловой центр с огромным количеством каких-то культурных кластеров. И я считаю, что это был бы очень красивый проект, и даже он бы как нашу небесную линию не испортил в силу того, что еще есть такая, знаете, воздушно-атмосферная перспектива, которая такую архитектуру очень хорошо, как сказать, растворяет, если мы будем стоять на крыше Зимнего дворца. Поэтому вот этого я как раз не боюсь. А смещение туда огромных, так сказать, потоков людей и потоков каких-то идей и каких-то процессов, это прекрасно было бы. Вот у нас возник сейчас экспоцентр. Я тоже считаю, что это фантастическая площадка для проведения огромного-огромного количества разных ярмарок, выставок и каких-то там форумов. Это тоже прекрасный проект, и он удачно вписался в территорию Пулково. Вот, по-моему, это. Ну и как я начал, с того я начал, что, конечно, я мечтаю, чтобы красный треугольник, так сказать, зажил какой-то другой жизнью, а не такой, как который я вижу сейчас, проезжая по обводному каналу. Спасибо. Слушайте, идея Лахта-Сити, то есть такой, знаете,
петербургский даунтаун, какой-то деловой дефанс, вынесенный туда. Хорошо, так. Эдуард, а вдруг у вас есть какой-то проект, который держите в рукаве, мог бы сыграть роль такой инициативы? Я бы вот о чем порассуждал, что город должен быть полицентричным, и у него должны быть разные точки притяжения. Я бы вот сейчас же у нас такое немного безответственное, да, такое набрасывание идей. Я бы сказал, что специальный регламент для правого берега Невы, например, начиная с там, за Большеохтинским мостом, чуть, если смотреть на правый берег, то чуть правее вот в ту сторону, я бы там смягчил какие-то требования и попробовал бы какой-то такой более экспериментальный, более инвестиционно работающий механизм. Вот. И сделал бы, я согласен, Роман, что там не должно быть просто все застроено жильем, это как бы неправильное решение, скорее бы вот в счет расслабления этих регламентов потребовал бы какого-то микса офисных площадей, там, торговых, то есть вот какой-то, вот поработал бы с территорией достаточно большой. Но у нас же есть пример, например, Canary Wharf в Лондоне, да, когда даже город был не способен справиться с этой территорией, и федеральное правительство Великобритании забрало эту территорию в свое управление, туда там было проведено метро и так далее. То есть поработал бы с какой-то территорией целостно вместе с городской администрацией или с федеральным ведомством, вот с каким-то видением прорывным, вот так. Вот вы сейчас сказали то, чего чрезвычайно не хватает. Поработать действительно вместе и так стратегически с территорией, потому что все точечно, исключительно так и шагаем. Спасибо, Феликс. Ну, я бы призвал все-таки перестать вставлять палки в колеса завершению проекта намывов на Васильевском острове. Сейчас вот это северный намыв, который осуществляет группа ЛСР. Там очень интересные есть идеи, которые могут быть реализованы, там пешеходная ось и набережная, разновысотная застройка. Кстати, я считаю, что там высотный регламент слишком, так скажем, зажат. Можно было бы допустить там появление доминант, ну, буквально там двух-трех, как на южном, в совокупности на южном и на северном намыве, да, которые бы имели изящный силуэт и, может быть, даже вписались бы в исторические панорамы Невских набережных. Но это очень такой тонкий вопрос, хотя он очень интересный был бы для архитекторов как для, в качестве решения профессиональной задачи, так и для горожан, в общем-то, пообсуждать, что это могло бы быть. Вот. Напомню, где-то лет, наверное, 15 назад был градсовет, когда обсуждалось, надо ли снимать верхние этажи биржи, построенные Ленспецму. Вот. И Виктор Ефимович Полищук, тогда заместитель главного архитектора города, внес замечательный коллаж, где вместо биржи был продемонстрирован Исаакиевский собор. Все ахнули, какая прелесть, что это потрясающе, это просто это феерично. То есть если была возможность построить второй Исаакиевский собор, там весь городсовет проголосовал бы за. Вот, потому что это было, то есть вопрос, видите, вопрос не масштаба, не на самом деле не высоты, а вопрос, в общем-то, как это сделано и кем это сделано. Вот, ну, не всегда так, но как правило. Вот, поэтому центральная часть морского фасада города, в общем-то, должна может и должна выглядеть достойно. И как в качестве довесков, как ни странно, в данном случае я поддержал бы Юрия Молотковца. Конечно, возможно появление сити возле Лахта-центра, но, наверное, это не должны быть здания еще выше, чем существующие Лахта-центр. Вот визуальный анализ показывает, сейчас вот эти флаги, которые имеют высоту 180 метров, они из центра города не видны. Там есть только одна точка, там где-то в створе проспекта Добролюбова, где там немножко что-то видно. То есть это о чем говорит? Что если там рядом с Лахта-центром поставить группу зданий высотой там 180-200 метров,
никто, город, ни исторические панорамы никак не пострадает. А появится такой высотный на панораме города со стороны моря появится высотный кластер, ну, как бы характерная черта успешного современного города. Вот. И, конечно, имело бы смысл, наверное, и в южной части города, знаете, что-то тоже такое эпохальное воздвигнуть, ну, конечно, с учетом обязательно строгих положений 820-го закона, так, чтобы это тоже не влияло на исторические панорамы, как-то ощутимо. Вот. Но я себе представляю такие геркулесовые столпы, представляете себе, вот идет лайнер в город, вот, там слева Лахта-центр с каким-то там высотным кластером, справа там тоже что-то интересное на юге города, и в центре вот этот великолепный новый Приморский район, намыв Васильевского острова. Вот. Морской вокзал у нас и так очень, очень неплох. Вот. Ну, его дай бог, чтобы сохранили. Нет, я имею в виду новый вот этот ковш. Нет, тот, который сохранили, я надеюсь, что его обязательно... Вернее, я уверен, что его сохранят, его просто... мы не дадим его снести. Это, в общем-то, шедевр такого советского модернизма на излете. Я бы сказал, такой маньеризм. Так, спасибо. Слушайте, масштабно мыслите, обрисовали направление для работы. Спасибо. Спасибо. Семен Ильич, так, ваш ход. Ну, мне хотелось бы процитировать Владимира Ильича Ленина, мне кажется. Поменьше пышных фраз, побольше простого будничного дела, товарищи. И вот мне как-то не хотелось бы сейчас обсуждать какие-то масштабные вот эти большие проекты и идеи, а мне хотелось сказать, что самое сейчас важное – это благоустройство города, какие-то вот программы, связанные с озеленением, созданием каких-то там, значит, небольших парков, чтобы нормальные двери были у домов. Вот это, казалось бы, частно, но мы вот об этом говорили. Я говорю, давайте начнем с этого. Давайте поменяем эти железные, ужасные двери у исторических домов и сделаем нормальными. Ну, кажется, в этом нету масштаба. Ну, чем мы занимаемся? Двери меняем. Ну, что же мы это самое? Ну, давайте хоть что-то сделаем, чтобы какая-то программа была. Мы сделаем не только фасады. Вот в свое время была такая программа фасады. Красили эти фасады, приводили их в порядок. Хорошо, это правда. Но внутри-то все оставалось, начинка оставалась прежняя. И мне кажется, что если как-то привести в порядок, во-первых, коммуникации, самое главное в городе – это коммуникации. То есть мы же вообще там, это очень важно. И как-то, мне кажется, это не видно и неощутимо, но тем не менее это жизненно важный вопрос. Коммуникации, городских коммуникаций, ими заниматься. Если уж мы хотим что-то большое, а если мы хотим что-то малое, то вот поддерживать какие-то социально значимые небольшие проекты, благоустраивать исторический город. Вот коллега сегодня говорил, действительно, Петербург исторический, конечно, город. И, конечно, наша забота – это сохранить его вот, ну, особый колорит или как-то его не сделать здесь вульгарные вещи, как-то с ним быть бережным, как с такой прекрасной, благородной, Донной, вот как-то относиться к этому с корректным, с пониманием и с чувством, и как-то не допускать каких-то вот вещей, которые не, ну, как бы могли бы как-то испортить вид этого прекрасного города. Вот мне кажется, это простая, элементарная задача. Если мы как бы мыслим разумно и понимаем, что никто сейчас в большие истории вписываться не будет, потому что, ну, нету воли, правильно кто-то сегодня сказал, воля, вот должна быть воля, да, даже для архитектуры всегда должна быть воля, по-другому никак ты ее не сделаешь, если нету желания и нету к ней интереса на самом деле. Архитектура не очень интересна сейчас, власть, ну не до того, ну какая же архитектура, мы тут у нас глобальные изменения, а мы тут вот ЭЦ-80, какая там что-то и так далее, то тогда нужно заниматься как это простым будничным делом. О чем, собственно, Владимир Ильич сказал. Вот это вот, если мы вообще придем к согласию, что город – это не только большие, огромные здания, не только там красивые фасады, но и комфортная, да, масштабная человеческая среда, и когда вот у нас будут там стоять скамейки, урны там и все прочее, деревья расти, там их будут стричь там и что. Это иллюзия, конечно, это абсолютно Уильям Моррис, понимаете, думать, что это все вот возможно осуществить.
Ну, вот это хотя бы я в этом вижу какой-то смысл жизни хотя бы, вот, или какого-то существования. А жить в мире иллюзий, вот здесь мы построим, натыкаем 10 небоскребов, а здесь вот мы сделаем это, а здесь поставим колонну, здесь еще что-то. Я очень, с огромным уважением, «Газпром» очень много делает. Но как бы вот обсуждать это и говорить об этом в нашей жизни, ну мы же не безумцы, понимаете, что вы об этом думаете. Мы живем в перспективе сегодняшнего дня, ну двух дней. У нас нету такого горизонта планирования, чтобы это обсуждать. Поэтому давайте вот просто думать о нашем городе, бережно к нему относиться, и как-то, и все будет хорошо. И вот пройдем этот период, и выйдем к новым рубежам. Вот так Семен Ильич напомнил нам слова Владимира Ильича, неожиданно совершенно. А я хочу отдельно оценить этот масштаб. Мне кажется, тем и прекрасен разговор, когда мы осознаем ценность дверей, фонарей и действительно переживаем за окна, про которые говорил Юрий Молотковец и правильно делал. Окна, конечно. Да. Посмотрите, как мы тут, какая битва по скамеек разыгралась. Между прочим, тех самых советских скамеек, которые дороги вашему сердцу, а Эдуард посмел мечтать, может быть, их на что-то поменять, в ответ на что, значит, стало ясно, что с креативными деятелями надо бороться. Но, коллеги, спасибо, это чрезвычайно важно. Если серьезно говорить, посмотрите, мы снова понимаем, что стратегически мы в некотором тумане. Мы, правда, нет осознанного видения вот этой тропы, по которой шагает такой огромный прекрасный город Санкт-Петербург. Мы при этом ничего не сможем сделать без частного инвестора, частных денег, очевидно, масштаба «Газпрома» или масштаба хорошего, крепкого петербургского девелопера. Но, вы знаете, я думаю, что то, что прозвучало, целый большой набор идей, это чрезвычайно ценно и важно. Мы продолжаем наблюдать за процессом, его описывать, размышлять. Это проект РБК «Петербург» и «Ретрограду нет». Он поддерживается коммуникационным агентством «Свобода Групп». Читайте, подписывайтесь. Все материалы будут доступны на сайте и в соцсетях «Ретрограду.нет». Я хочу поблагодарить всех участников. Чрезвычайно полезно. Сейчас уйдем писать, слушать, думать. Коллеги, я верю в то, что и малыми шагами, и тем не менее, порой с амбициозным, нахальным взглядом в послезавтра только так и можно жить. Ну, слушайте, ну что, Эдуард точно знает, что они будут делать в следующие 5 лет. Уже все сверстано. Неважно, что там происходит у нас даже в масштабах страны, и как мы дико сейчас вдруг неожиданно, что с Петром там делается в гробу, захлопнули эту форточку и окно с Европой. А планы, они все равно огромные. И преобразовывать большие городские территории, вот то, о чем мы мечтаем, каждый по-своему, мы все равно для этого должны в это послезавтра заглядывать. За что я благодарю всех сегодняшних участников. Спасибо, друзья. Спасибо. 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 Спасибо.